7 октября в городе Хасавюрт по улице Заречная прошло открытие нового детского городка «Папа Карло», куда были приглашены дети из малоимущих семей и сироты первой гимназии, школ номер 11 и 14. В рамках мероприятия для школьников была подготовлена развлекательная программа, в которой дети играли, катались на горках, посетили комнатку планетарий и были угощены разнообразными блюдами и сладостями. Директор детского городка Абакар Мачаев совместно с администратором Рукият Кирбулатовой выступили со словами приветствия в адрес посетителей развлекательного центра. Мы сегодня детский городок Папа Карло считаем, что открытый благодаря учредителю Магомедову Асану Вадудовичу и весь коллектив тоже благодарить его за содействие нам, оказание помощи, открытие этого детского городка. И мы будем рады детям, так как это дети наше будущее, и мы хотим, чтобы они росли и выросли в правильном направлении. Сегодняшний день – это благотворительная часть Магомедова Асана в том, что он малоимущих семей, детей-сирот с трех школ пригласил. И за счет его средств мы сегодня этот благотворительный фонд организовали. Так как и в дальнейшем тоже мы будем проводить мероприятия и постараемся не подводить его и оправдать его на доверие. Сегодня у нас открытие городка. За 2 месяца мы открыли уже в селе городок Папа Карло. И для наших горожан тоже открыли второй городок. Сегодня вот мы пригласили детей малоимущих сирот. И очень рады всем гостям, кто пришел, кто поддержал нас в эти дни. Дагмара Кирбулатова, посетительница, принявшая участие в открытии, с восхищением оценила организованность и отметила, что коллектив центра приятно удивил детей веселыми играми, конкурсами и вкусными блюдами. Кирбулатова выразила слова благодарности руководству комплекса и пожелала процветания центру. Мне, как бабушке и моим детям, внукам понравилось здесь игры, еда. Все, что здесь организовано, все красиво делают, это нам понравилось. Процветание Папа Карло пусть будет. Спасибо всем организаторам. Мы так рады, наши дети были очень рады этому открытию. Спасибо всем руководителям, которые это придумали. Дети счастливы, и мы счастливы. Сумая, ученица 4 класса 11 школы, поделилась впечатлениями и рассказала, как весело провела время и что ей больше всего понравилось. Меня зовут Сумая, и я учусь в 11 школе. Меня здесь прислали, и мне здесь очень нравится. Здесь есть игры, и качели, горки, и еще шары. Здесь очень весело. Мне больше всего понравились горки. Курбан Гериханов, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».